Как часто у тебя плохое настроение? Из-за чего? Ну, его практически нет. Да, папа заболел. Да, она потерялась любимая игрушка. Ну, так бывает, что и часто. Ну, просто когда моя мама была маленькой, у нее мама спрашивала, почему ты плачешь? А мама ей отвечала, ничего, мне просто хочется поплакать. Вот и мне иногда просто так хочется поплакать. У меня происходит это от того, что кто-то уезжает в длительную командировку. Вот иногда мне мама делает не те прически. Ну, я, в принципе, никогда не грущу. Ну, бывает в среду и в пятницу. Потому что у меня конфеты заканчиваются. Но мама мне разрешает новые покупать. Еще я грущу, потому что мне спать не дает. Когда ты радуешься? Когда у меня приезжает Коля. Ну, меня веселит всякие... Папа, игры такие, ну, или можно летом на качельках покачаться, или дискотеку на улицу устроить. Я радуюсь, когда, например, мне игрушку купили, и я иду домой, и открываю эту игрушку, и у меня там много лего-человечков. Меня радует, когда наступает весна, и у меня 12 в мае у меня день рождения наступает. Четверг, понедельник и во вторник. И выходные, потому что наконец-то можно поспать. Когда люди грустят? Да я обижена на кого-то. Да у них не сложилось что-то. Что ребенок не слушается. Мне кажется, что они грустят из-за того, что с ними не делятся. Потому что им говорят обидные слова. Как ты поднимаешь настроение друзьям? Я помогу им разобраться в деле. Взять какую-то мягкую игрушку. Например, предложить сходить в парк, погулять, на аттракционах покататься. Например, покажу фокус. У меня с собой в шкафу конфеты, и я их угощаю. Как ты веселишь родителей, когда они расстроены? Надо их пойти обнять. Мои родители всегда, когда лежат, они часто в телефонах сидят, и им можно показать какое-нибудь смешное или миленькое видео. Я могу их погладить по животику. Я им тоже рисунки рисую и обнимаю.